тебе, и так мы продолжаем проходить деревню или кушечку. Короче, забыл, чем остается. Хотя я играл вчера. Так, я... Ага, я играл, ты представляешь, что ты потратил все патроны, да, глянь. Как? Это когда ты в горшок кучу там навалишь. Так. Приключение в чём? Не обосраться. Мерзавец. Вот ребенок был вроде как прикольный, но босс вообще вообще научил, потому что бать ножницы три раза и босс это очень смешно. Самый дешевый вообще спокойный босс бать. Файт босс, босс файт, блядь, заговорился. Thank you.
собираюсь туда стрелять. Теперь, так понял, мне надо выходить. Так, теперь.
снега. А, так ты было закончил? Ну так, ну куда еще? Можно пробить. Чем? Руками? Гранат у меня больше нет. Хочу свинить. Серьезно? Черт. Ладно, я лучше поставлю нож, чтобы он был. Ой, потому что неудобно. Это вот оружие быстрого доступа, да? Вот это лучше. Я им так часто пользоваться не буду, это такое. Шарик.
не убивал. Снова шахта. Ничего удивительного нету в этом. Дверь всегда заходит с другой стороны. Ну, типа, везут дальше. Угу, шаг. Это горбатый мир. Давай, сейчас надо забрать. И даст его забрать. Мать Миранда, я готов на все ради тебя. Это я заберу. Что ты делаешь с чудо-ребенком? Она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какой чудо-ребенок? Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя! Нет, 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 стой, стой! Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь, лучше не всех, то... Стой! Ну еще минутку! Стой! Что смешно? Тупица! Болтаешься я. Все кончено. Я перекрыл вход. Ах ты тварь. Здесь мои владения. Я тебя не выпущу. Черт. Марина. Вот урод. Ведь остался тут волос. Я дам ее тебе. Может, делать все вредя не надо. Они мне не вредят, я помню. Как же выбраться? Да вот, цепляйся. Оп. Подтягивайся. Thank you.
Куда будет правильнее идти? Правильно здесь, да, что-то? Лодка, сундук, ёбаный в рот. Нам сюда, да, наверное? А, положи ключ от лодки в бытовку в шахте. Ганс помер у рыбалки, пока не помер. Помер он случайно, его съела огромная рыба вместе с ним. Ёбаный ты в рот. Ганс, не мог, блядь, взорваться вместе с хуйтой этой. Ладно. Ну, сом, наверное, с четвертой части. Вы меня убили в этой игре. Так, значит, кто-то ебан, да? Значит,
это не так просто. Надо рубашек, давай патронов получилось. Бля, что еще есть? Возьму камушек где-нибудь, блядь, спрятан так, что найдешь. Где-нибудь что-нибудь скинь. Thank you.
есть, и они... Без друзей. Там сундук, это очень интересно. Да, конечно, лодки он поворачивает. Не могу. Можем проплыть. Это у нас по-любому продавец, как было в четвертой части. Тоже если дальше поплывешь, там будет продавец. Что это? Что за лаборатория? Что за херню тут делают? Отвали от меня! Бежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Будет жаль, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию? Убей меня, и дело с концом! Эй, Кэт, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Кто у нас? Не видно, но мы явно засиделись. И Миранда знает. Эй, ты сказал Миранда? А вы тут при чем? Просто забудь, Итан, это больше тебя. Что у нас с анализом образца? Он определенно связан с плесенью. Несуйся в наши дела, Итан. Как я еще... Назад!
Отвали! Ты... Выход под водой. Тебе конец. На это нет времени. И поздно. Миранда уже подготовила церемонию. И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его удержать. Боже, мама! Почему? Почему? Что делать? Без понятия. Бориалс. Сказал, что выход под водой. Так, инструктор по работе со шлюзом водохранилища. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендуется бросить излишки воды в следующем году. С этим шлюзовой, чтобы открыть затвор шлюза. Если только откачать воду. Черт, электричества нет. Мы собрали все ингредиенты. Теперь... Готово. Я хочу, чтобы им насладились и вы. Я бы такое съел еще разок. Я
Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. А я продал. Лучше с нельзя это. Выкупить то, что продаем. Не нравится? По мне, так честная цена. Я прям сильно нуждаюсь. Пас. Чертежи можешь сделать. Ну, так часто. Чертеж на динамит. По-любому может пригодиться. Все хорошо, я закончил. Одну минуточку. С удовольствием. Я могу заменить. Одна упаковка 45, да, там 150. Ясно. Что еще? Интересно. Да, хуй там в рот, блин. Одна штука 150. И ты нахуй. Приключений. И нахуй. Все туалеты посетили. Думаю, на этом все. Да, в этот раз, так что все, давай, счастливо тебе.